Немецких гостей сегодня встречал глава города Иваново Вячеслав Сверчков. Делегация из Ганновера, 10 человек, волонтеры организации содействия развитию молодежи и семьи «Имка». Цель их визита – укрепление отношений между текстильным краем и административным центром Нижней Саксонии. Программа дня у ребят очень насыщенная. Обсуждение работы волонтерских активов двух стран, пешая экскурсия-квест по историческому центру Иваново, посещение Плёса. В следующем году ребята из нашего города отправятся в Германию с ответным визитом. Наши программы, которые мы проводим, программы международного молодежного обмена, мы стараемся их делать не формальными, а практическими. Поэтому, чтобы познакомиться со страной, лучше жить не в гостинице, а лучше жить в конкретной семье. Семьи мы ищем каждый раз разные, бывают одни и те же люди, нам помогают принимать наших иностранных друзей. По нашему опыту и уже по общению вот с этой группой, которая приехала сейчас, мы знаем, что для них самое главное – это не условия проживания, а люди. То есть они ищут возможность именно общения с людьми и этим подпитываются.